Пути межконфессионального сотрудничества обсудили в Салаватской епархии. Встреча представителей традиционных религий прошла в Доме культуры села Зерган. От епархии участие в работе конференции приняли епископ Салаватский и Кумертауский Николай, нареченный епископом Бирским и Белорецким, управляющий делами Салаватской епархии, настоятель Успенского кафедрального собора, архимандрит Спиридон Морозов, монахи, клирики, активисты молодежного движения «Добрые сердца» при Успенском кафедральном соборе Салавата, казачество. И это вновь очередная площадка Салаватской епархии и духовного управления мусульман города Салават обсудить вопросы и будущее наше направление на предстоящий 2019 год. По многим направлениям это социальное служение, молодежная работа в деле военно-патриотического духовного воспитания и также служение в тюрьмах и очень много других вопросов. Мы, Преосвященство Владыки Николая, всю Россию почти проехали. В Татарстане показали свою религиозную деятельность. В Рязани показали свою религиозную деятельность. И, конечно же, приносить нашими православными братьями только мира и добра. В завершении официальной части конференции прошел небольшой концерт с выступлениями творческих коллективов. Музыкальные номера были исполнены на башкирском, русском и татарском языках.